дорогие наши друзья, я и собака Алиса поздравляем вас с наступающим Новым годом. Алиса не зря тут появилась на экранах. Она у нас символ наступающего года, желтый пес. И поэтому она вас всех поздравляет и зовет к нам в гости. Огромное спасибо и отдельно низкий поклон Александру Борисовичу Федорову и всей команде сотрудников и волонтеров группы «Велес». Люди, которые не побоялись взвалить на себя такую высокую ответственность и довольно тяжелый труд, поскольку работой, как бы это, наверное, не назовешь, это забота и ответственность 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Ну, это, по сути, образ жизни. И в награду за это, конечно, волшебное превращение какого-то существа, напоминающего медведя, с какой-то дикой болью и безумием в глазах. И потом вдруг это существо превращается в совершенно очаровательную, роскошную, с характерцем, конечно, медведицу Антонину. И маленькое, почти бездыханное, обгрызанное тельце лосика превращается в огромную, шикарную супермодель с каким-то совершенно человеческими глазами Люминьку. Вот. А маленькие полосатенькие горошинки, типа Моли и Васяну, превращаются в чудо-хрюнников. Ну и все прочие носохвостики и пушистики центра. Это так радует. Это дает такой очень большой жизненный заряд энергии, что хочется делать все больше и больше. Мы, Гринон Фронт Невоград, шлем свои поздравления центру «Велес» и всем тем, кто не забывает о проблемах братьев наших меньших и всегда оказывает посильную помощь и принимает участие в жизни обитателей центра. С Новым годом! Дорогие ребята и зверята, я, Анжела Пиаже, в лице экологического движения «Мусора больше нет», поздравляю всех питомцев, волонтеров и причастных к делу российского карантинного центра «Велес» с новогодними праздниками. Будьте здоровы и счастливы! Пусть следующие 365 дней будут наполнены теплом, добром и радостью! С Новым годом! Счастья вам! Всего самого замечательного! С Новым годом! Ура! Велес,
центр, процветай, шанс на жизнь животным дай. Всем сотрудникам спасибо за любовь и за подход, и за ласку, и уход. Давайте восклицать, друг другом восхищаться. Высокопарных слов не надо опасаться. Давайте говорить друг другу комплименты. Дорогие велесовцы, с наступающим Новым годом! Всем обитателям и сотрудникам, и помощникам, волонтерам любви, счастья, удачи, терпения в нелегком, но таком благородном, светлом и ответственном деле. И, конечно, питомцам, таким всеми нами любимым, главное – крепкого здоровья. Все будет хорошо. Любовь спасет мир. Всем привет! Хочу поздравить с Новым годом эрко-центр «Велес» и его пушистых обитателей. И не только пушистых. С Новым годом, друзья! Ура! Хочется выразить вам огромную благодарность, потому что на самом деле это не мы помогаем вам, а вы помогаете нам. Я, как всегда, в последний вагон, но искренне поздравляю Велес и всех чудесных волонтеров, которые имеют отношение к этому месту, с наступающим Новым годом. Мне кажется, это очень здорово, что так много людей объединяются для того, чтобы помочь животным, тем более диким. И огромное спасибо создателям центра и всем, кто занимается сейчас им. Очень хочется пожелать всем нам сказочного Нового года, прекрасных новогодних каникул, а также чуть больше свободного времени в Новом году, чуть больше сил и возможностей, которые мы с вами могли бы посвятить центру и его подопечным. С Новым годом и пока! Дорогой наш Велес, это обращение из Москвы в связи с наступающим Новым годом. Мы хотим обратиться ко всем обитателям, сотрудникам и основателям центра. Хотим от всей души поздравить вас с наступающим Новым годом и пожелать, чтобы на вашем жизненном пути встречалось побольше добрых людей, вот, которые от всей души помогают вашему центру. Дорогие друзья, сотрудники центра, волонтеры, от всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, радости, семейного благополучия, исполнения всех заветных желаний. Дорогие волонтеры, сотрудники и друзья Центра Велес, я поздравляю вас с наступающим Новым годом. Спасибо за то, что вы делаете, за то, что вдохновляете других на добрые дела. Я желаю, чтобы в Новом году ваши планы исполнялись, чтобы ваших друзей и единомышленников становилось все больше, а ваши подопечные чувствовали себя хорошо. С Новым годом! Поздравляю с Новым годом, Велес!
кому ты желаешь здоровья? Всем животным. Маша. Таша. Алюминьке. Алюминь. Еще кому? Тоне. А еще кому? Крокодилу нашему любимому. Больше вольеров, больше земли, больше еды и лекарств. С наступающим Новым годом! Друзья, ты. Хотим также сказать, что дело каждого маленького человека, который сюда приезжает и помогает, привозит там продукты, переводит денежку или там помогает с теми же самыми вольерами, так как не хватает рук, это большой вклад для всеобщего дела, и не надо думать, что если не я, то кто-то другой. Нет, только ты можешь что-то сделать и помочь, и только в совокупности будет это дело приносить какой-либо успех и результат. Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю вам в Новом году тепла и любви, добра и счастья. Пусть сбываются ваши мечты и желания. Мир вашему дому. Спасибо вам за то, что вы есть. С наступающим Новым годом! Новым годом! Я даже крокодильчика поздравляю. Давай так, крокодил. Я всех животных, медведя, там, крокодила, лошадок. Ну, кого же там еще есть? Ай-яй-яй-яй! Кто там есть? Там все есть, там аист есть. Катя, аист. Катя, ты кого поздравляешь? Я еще аиста поздравляю. Катюш, а ты кого поздравляешь? Ты кого? Крокодильчика или Мишу? Давай Мишу поздравим, давай. Все, мы Мишу поздравляем тоже, Потапыча. Желаем всего самого чудесного, замечательного, чтобы ваши все-все-все мечты сбывались. И огромного-огромного счастья. Как и вам всем, так и всем-всем-всем питомцам Российского карантинного центра диких животных Велес. Да, Люмка? Да, скажи, я болтушка. Все, поздравляю всех. Целуем, обнимаем. Да, Люма, целуем. Центру реабилитации диких животных Велес большой-большой привет. Вы делаете хорошее дело. Пусть у вас все получится. Люди, оставайтесь людьми. Будьте неравнодушны. Мир вам и ради дорогу. Чтобы каждый день приносил вам огромную радость. Мы вас ужасно любим. Желаю вам много ягеля, вкусной еды для животных, хороших домиков теплых и счастья и любви всем. От всей души хотим поздравить с наступающим Новым годом всех сотрудников Центра Велес, всех волонтеров, всех животных. Желаю вам счастья, здоровья. И всего самого доброго и хорошего. И спасибо вам большое за все, что вы делаете для животных. Поздравляем всех друзей Велеса с Новым годом и желаем им процветания. А также новых добрых знакомств. Большое спасибо за ваш великий труд.
за то, что все от всей души помогают центру. Всех с наступающим! С годом собаки! Дорогие работники и помощники центра «Велес», поздравляю вас с наступающим Новым годом и желаю всего вам самого-самого лучшего в наступающем 2018 году. Дорогие друзья «Велеса», вы ведь друзья «Велеса»? Конечно, мы в этом даже не сомневались. Если вы друзья «Велеса», то вы и наши друзья. Поздравляем с Новым годом! И желаем сил для новых добрых дел! Приближается 2018 год. Я хочу пожелать в наступающем году всем здоровья, благополучия, терпения, везения, мира обязательно в каждом доме, в каждой семье. Хочу поздравить с наступающим Новым годом мой любимый РКЦ «Велес», пожелать здоровья всем его обитателям, сил и терпения его сотрудникам, волонтерам, финансового благосостояния и процветания. Удачи, ребят! Я желаю, чтобы у каждого человека откликнулось сердце на чужую беду животного. Еще раз с наступающим Новым годом и Рождеством! Дорогой «Велес», центр помощи диким животным, поздравляем вас, ваших волонтеров, ваших помощников с Новым годом! Желаем «Велесу» благополучия, развития, успехов, чтобы больше вас окружали друзей! Дорогие друзья, поздравляю вас с наступающим 2018 годом. Счастья, здоровья, исполнения всех ваших желаний. Пусть все проблемы останутся в 2017 году. Семейного счастья, прекрасной работы. И не забывайте, что питомцы центра «Велес» очень всегда ждут вас в гости. Скажи, нам плохо без вас. Мы без вас не выживем.